В разгаре на Первом Советском переулке идут работы по переустройству тротуара в рамках программы «Доступная среда». Работы выполняются с учетом требований по переоборудованию плавных сопряжений и подъемов на пешеходных переходах и тротуарах, которые станут удобными, в том числе для маломобильных групп граждан и для людей с ограничениями по здоровью. Пешеходная зона будет проходить от Пролетарского проспекта и вдоль зданий, где располагаются художественная галерея и историко-краеведческий музей. Второй адрес, где идут работы, улица Комсомольская. Пешеходные зоны будут проложены вдоль всей улицы, причем с двух сторон. Данный проект реализуется на территории города Щелково. Вот, улица Комсомольская – это не единственная, где будет производиться эта работа. Вот, также переустройство тротуара будет у нас на Первом Советском переулке по всей длине с двух сторон, так же, как и на Комсомольской. А на улицах Талсинская, Центральная и Пролетарский проспект будут локальные работы по устройству плавных сопряжений подъемов на пешеходных переходах и тротуарах. Ремонт тротуаров выполняют бригады подрядной организации государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор». Также в рамках реализации этой же программы доступности были проведены работы по устройству плавных сопряжений и на улице Сиреневая в рамках ремонта, также на улице Комарова, вот, частично на улице Гагарина и на улице Ленина также переустроили тротуары. Для проезжающего транспорта и для прохожих, безусловно, работы, которые идут в городе, создают временные неудобства. Автомашины снижают скорость, приходится и жителям обходить ремонтируемые участки. Впрочем, это временные сложности. Когда тротуары будут переустроены, здесь станет комфортнее всем. Работы дорогостоящие, подразумевают под собой переустройство основания тротуара, да, с этим связаны и некоторые неудобства при перемещении по улицам, которые находятся в ремонте. Но, как говорится, неудобства временные, а польза постоянная. Максим Челкин сообщил, что везде, где проведут работы по устройству плавных сопряжений и подъемов на пешеходных переходах и тротуарах, будет использована тактильная плитка, которая поможет всем горожанам чувствовать себя на тротуарах, особенно при подходе к проезжей части улиц, на порядок комфортнее. Особенно это важно для слабовидящих. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».